где сейчас я нахожусь в доме. Из этой комнаты доносились крики. Сейчас боюсь пихать туда свою руку. Привет, ты на канале Мистическая Корпорация. Мое имя Тимофей Данишевский. Давненько не виделись, друзья. Сейчас я нахожусь в доме, в котором являлась паранормальная активность жильцам, которые здесь раньше жили. А именно, говорили, что из этой комнаты доносились крики, как будто бы мужчины. Вот такой грубый голос. И сегодня я решил остаться здесь на ночь. Сегодня прибыл сюда налегке. Взял всего лишь несколько камер. Свет, не ИГФ, ничего больше не брал. Сегодня мы будем это с вами проверять. Пока все тихо, но первое, что я сейчас заметил, войдя сюда, разложив вещи, откуда-то, непонятно откуда, там в коридоре появился клубок такой из ниток. Не знаю, как это получилось, может быть, это мыши, но не... Странно, в общем. На улице встречал ребят, и один из них мне рассказал такую историю, что он сюда приезжал, они проезжают здесь мимо, ездят купаться на пруд, и он заходил сюда, в этот дом, и только подходя к этой комнате, он отсюда слышал вот этот вот громкий крик мужской. Он выбежал отсюда, пригласил своих друзей срочно, позвонил, они приехали, зашли, но в этом доме никого не было. То есть он не отходил от этого места абсолютно, здесь всего лишь один вход, то есть, ну, вот такая история. Сейчас я вам покажу дом, прогуляемся по дому и будем ждать, что же будет происходить, либо не будет происходить. Но пока мое внутреннее ощущение говорит о том, что здесь вполне реально что-то может быть. Ну вот, ребят, дом. Вот здесь я располагаться буду сегодня. Так вот он выглядит. Здесь есть кто-нибудь? Пока все тихо. Никаких проявлений активности я не наблюдаю. Давайте пройдемся еще немного и выйдем наружу посмотреть дом с другой стороны. Так, сейчас, друзья, выйдем наружу. На улице тихо сегодня, половина луны, я думаю, хорошее время для активности. Так, отправляемся внутрь, сейчас начнем проводить ритуал со свистком.
Друзья, потихо я буду сидеть ждать. Посижу, подожду. Но перед этим мы проведем ритуал со свистком. Прямо сейчас. Со свистком я провел, теперь остается только сидеть и ожидать, что же может быть произойдет. Кажется. Здесь есть кто-нибудь? О, ребят, смотрите. Тряпка. Вот здесь вот висела, видимо. Наверху, а сейчас здесь. Есть кто-нибудь здесь? Странно. Что-то здесь явно есть в этом доме. Сейчас мы с вами будем стараться это все обнаружить. Опа, стул, прям здесь стул. Хорошо, я вовремя камеру вовремя включил. Хорошо, я вовремя камеру вовремя включил. Боже мой. Твою мать.
значит, начинает происходить здесь, но пока никаких криков. Ничего такого я не слышал, но... Проверим ту камеру. Обязательно нам нужно проверить ту камеру. Здесь есть кто-нибудь? Если есть, стукни два раза. Если ты здесь, стукни два раза. Так, отправляемся проводить ритуал со свистком. Почему-то меня тянет именно в это место, потому что мне кажется, что это важно. И здесь провести ритуал со свистком, это было бы очень неплохо. Вот мы его здесь и проведем. Твою мать. Табуретка? Жесть. Ребят, подойдите, сейчас я камеру поставлю. Я вообще сейчас боюсь пихать туда свою руку. Кто здесь? Давайте-ка закроем эту дверь. Подошел. Чтобы если что, значит, что надо точно они. Черт возьми. Черт возьми. Черт возьми. Ну что, в общем, друзья, вы сами видели, что активность здесь есть. Сейчас уже 2 часа ночи. Я думаю, как бы у меня вот последний прожектор остался. Больше так особо ничего не происходило. Вот был такой вот, скажем, пик. И сейчас снова затишье. Мерещится всякое в глазах. Что как будто одеяло сейчас немножко дернулось. Ну ладно,
В общем, я уже расставил по местам вещи, которые двигались. Все подготовил к тому, чтобы уходить. Так, все, друзья, я собираю вещи и ухожу отсюда, из этого дома.